А вы сможете удержать ее? Я да. Да? Попробую. Вот так пятиклассникам школы номер 4 имени Климука рассказывают о непростых трудовых буднях щелковских спасателей и о том, с каким оборудованием им приходится работать. Ребятам повезло побывать на действительно захватывающей экскурсии на спасательной станции, где они узнали много нового и познавательного. У нас стала хорошая, добрая традиция, когда детишки приходят нам в гости и смотрят на самом деле то, что они не могут посмотреть. Ну, в кино смотреть по телевизору, ну, это неинтересно. Здесь они могут потрогать руками и увидеть, как это все на самом деле работает. У нас все работает, все действует. У них эмоции, и они, наверное, в жизни не будут совершать тех ошибок, когда лишний раз могут привести к каким-то нехорошим ситуациям. Школьникам показали, какая техника используется спасателями в процессе их непростой и часто опасной работы. Дети с трудом скрывали переполняющие их эмоции. Не остались без впечатлений и родители. А одной из мам даже выпала возможность подняться высоко над землей на подъемнике. Конечно, не без страховки самих спасателей. Впечатление просто великолепное. Я считаю, что это уникальнейшая возможность. Не каждому выпадает такая. Я безумно счастлива. Мне все понравилось, особенно квадрик. Мощный, красивый и прикольный. Я уверена, что наши МЧС всегда придут на помощь. Школьники признались, экскурсию запомнят надолго. В конце мероприятия ребята и их родители смогли сфотографироваться с главным талисманом щелковских спасателей Корги Марусей Леонидовной. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.